Издание «Единственное» сообщает 7 главных вещей, которые мужчины ненавидят в сексе. Кто сказал, что женская психика тонка и ранима? Неправда. Мужчины куда ранимее, просто их ранимость несколько иная. Они и бровью не поведут, увидев невымытую с прошлого года посуду. Но очень расстроятся, если любимая женщина вдруг ни с того ни с сего продемонстрирует одно из качеств, которые мужчины в сексе, ну, очень не любят. Итак, первое. Мужчины не любят женщин, которые не любят секс. Более 60% мужчин готовы простить женщинам все, кроме сексуальной холодности. Секс нужно любить, как, впрочем, и все, чем приходится заниматься в жизни. Второе. Непростительна также сексуальная неграмотность. Вернее, не само незнание, а нежелание учиться. Спросить, если что не ясно, сказать, если что не так. Общение нужно не только по хозяйственным вопросам, но и по делам сексуальным. Третье. Инициатива в сексе. Обязательно. Мужчина чувствует себя несправедливо обиженным и даже обездоленным, если его любимая женщина никогда не испытывает желания насладиться с ним сексом, не дожидаясь приглашения с его стороны. Сексуальная желанность нужна мужчинам не меньше, чем женщинам. Четвертое. Мужчины не любят женщин, которые не следят за собой. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет. И некоторым мужчинам очень нравится, когда ноги женщины щекочут их трехдневной щетиной. А на руках облезлый лак. Правда, от такого мужчины можно ожидать всего, что угодно. Носков под подушкой и батареи пивных бокалов под кроватью. Разве тебе такие мужчины нужны? Последи тогда и за собой. Пятое. Старлей от секса. Это тоже не вариант. Нет, сексуальные ролевые игры мужчинами очень приветствуются. И если женщине приходит в голову мысль сыграть строгую госпожу, почти что каждый мужчина охотно откликнется. Но команды «стой», «выше», «ниже», «уйди» действуют на мужчин как антивиагра. Учти это. Шестое. Разговорчики в строю. Излишняя болтливость женщин во время секса очень отвлекают мужчин, которые, как известно, не могут заниматься сразу несколькими делами одновременно. Очень хочется полепетать? Пожалуйста. Но не жди от мужчины ответа. Он занят. Седьмое. Мужчины не любят чувствовать себя в полной ответственности за женский оргазм. Да это и понятно, кому хочется чувствовать себя плохим студентом на экзамене у строгого профессора. Возьми курс на сотрудничество и постарайся получше изучить свое собственное тело.